остаться, да, тише. Я подойду. Банду! Эй! Банду! Эй! Банду! Эй! Банду! Эй! Банду! Эй! Тут все могу сказать! Черговые нас! Юли! Вою! Юли! Вою! Юли! Вою! Мы не можем! Мы не можем! Банду! Эй! Банду! Дорогие друзья, начались выборы, и очень скоро наступит 28 октября. Это тот единственный день, когда власть на самом деле полностью принадлежит народу. От нас с вами зависит все. Зависит, какой страна будет на следующий день после выборов. Зависит, защитим ли мы нашу страну и обеспечим ли мы будущее наших с вами детей. Вы знаете, эта банда сегодня считает, что все дети в стране, в каждом глотке воды, которую эта власть дает, если дает нашим людям, половина стоимости ложится в карман Горбиных, Эрлизов и прочим всеми нами шушеры, разного рода смотрящих, которых они расставили. Новые власти – это соратники, они хотят пройти в карман. Вот они, поэтому вот это все и выставили. То есть это показуха? Это показуха. А им Юля, да. Ну, никак не хочу сказать, да, до какого места. Они делают свою власть. Все. Она им нужна вообще или нет? Ну, не нужна. Быть на власти. А для чего она им нужна? Юли Нары! Юли Нары! Юли Нары! Юли Нары! Юли Нары! Это уже 14 августа. Мы здесь. Добрый день, я журналист медиагруппы «Адвокат Консалтинг». А вот вы не скажете, вышел Кириленко, я так понимаю, бывший руководитель фракции БЮТ. А что бы вы хотели ему сказать? Но он прошел мимо. Просто спросить, почему он защищает ее? Почему? Ну, наверное, с ней в одной партии, нет? Нет, хорошо. Знаете, я чого не розумію? Партій багато. Так. Ну, чого не зібратися всім і робити все добре діло? Для... Чого в нас виходить, як у басні Крилова? Той туди, той назад, а той в воду. Вони зробили з народу врагов. Від прикомуністах не було такого, правильно? Народ був один, була партія, народ і партія єдині, правильно були? Да. А що зараз? Ті собі. Ті собі. Ідуть. Чого вони? Зараз знімемо. А чого не рано так вийшли? Це і все, представлення закінчено. Оце зараз об'являють на цьому кропка. А то иностранцы. Почему иностранцы лезут в наши дела? Вот тоже, наверное, иностранцы. Поснимайте. Нет, нет, это не иностранцы. А вот, наверное, иностранцы, да. Юлю! Эй! Юлю! Эй! Юлю! Эй! Юли Зону!
Хорошо, а скажите, вот еще такой вопрос. Ну, я фактически на всех этих митингах бываю, да? Ну, давайте, спросите. То есть, а вот оттуда, вот там сейчас проходит митинг сторонников Тимошенко, оттуда часто кричат банду геть, и показывают вот на эту сторону. А как вы считаете? Вы считаете себя бандой или нет? Нет, я проработала. У мене четверо внуків. Яка я банда? Я ні разу в тюрмі не сиділа. Я добре розмовляю українською. Я хорошо знаю російською. Яка може бути банда? Банда? Тоже не ну, я задавав там ці питання. Вони вважають, що ті, хто не согласен з їх мнінням, це бидло. Правильно, вона не так ще говорить. Вона говорить біомаса. Бидло, біомаса. Типа Янукович 17 років якби сидів же, ну, ця дитина росла без батьків. Да. Може ошибатися. Та скільки б разів їх не сиділи, як вони їх не відкупляли. А що? А вона сиділа тільки за трубу. Знаєте що, у Висоцького є своє творення. Мангусти. Не інтересуйтесь Висоцького. Ні, Висоцького я люблю, напомніть строки, може, вспомнити вже. От там є таке стихо. Змії, змії кругом, будем пусто, человек в выступлении кричал и позвал на помощь мангуста, чтобы он, значит, его выручал. Пришел мангуст со всей семьей, я так со своими родичами, все, вывели змей, пришел человек с собакой, собрал этих всех мангустов и уничтожил, понимаете? И вот мангуст спрашивает у старого, ну почему это так? Да вот так, говорит, такая жизнь. Вот я тоже и говорю. На площади в 2004-м собирали, кричали, приходите, вот кругом банда, все, приходите. Пришли люди, что они получили? Мы имеем что? Ту же самую разруху, ту же самую коррупцию, все это же то же самое мы имеем. Так же ж? Да. Вот вам и, результат. Как он говорит, результат. Так смотрите, я вам честно говорю, в 2004 году я стоял на Оранжевом Майдане. Ну вот. И ждал перемен лучших, и голосовал за Ющенко, ну. И очень активно стоял, ну. Скажем. Но люди и выступал. Ну за это время я увидел, что обманули реально. Вот видите, он, конечно, умер уже с года, но вот его стихотворение всеми под... идут в... В этот время уничтожили тех, кто им верил. Правильно так? Вот. Понятно. Спасибо, успехов. Пожалуйста. Может, которые пришли в медицинские учреждения получить оздоровление, что они видят? Они видят неподобие. Там и пресс-конференции устраивают, мешают больным, мешают шум, лечиться, выступают против лозунги бесконечные. Этого не должно быть. Мы сегодня в такой праздник должны, мы специально ушли раньше, не выслушивая эту нечисть, потому что сегодня большой праздник, а вместо всего того, чтобы пойти нам в церковь и молиться, мы пришли вот сюда для того, чтобы поддержать нашего правосудия. А вор должен находиться в тюрьме. Спасибо. Меня зовут Катерина Ивановна. Вы Харьковчанка? Да, я Харьковчанка, я бывший преподаватель. Вы каждый раз приходите, да, постельное пенсионное? Да, я прихожу каждый раз, потому что этот сквер, который вот мы находимся сейчас, мы его весной убираем, мы его готовим, мы здесь гуляем, и каждый раз слышим вот такие шумные компании. И здесь жители, которые уже устали жаловаться на то, что здесь шумно. Вот поэтому мы сюда приходим и знаем, когда следующие. А что сегодня случилось? Сегодня случилось то, что в очередной раз мы случились. Это не сегодня, а каждый раз. Наши гости уважают. Брехня, це провокатор, Гедрионов. Брехня, це. Ну, вот такие провокаторы. Вот смотрите, почему вы объявили женщину провокатором? Значит, я вам сейчас скажу, вы провокатор. Человек, у вас брали интервью. Отойдите, подождите, у вас возьмут. А другого ты это показатель. Это их манера, понимаете? Вы мне рассказываете, я об этом буду говорить. Скажите, когда мне выключили бесплатно, а им платят, регионам платят, в офисе. Что сегодня случилось? Расскажите. И сегодня, и всегда, когда мы приходим сюда, наши приезжие, а возможно и харьковские граждане, которые в обычное время очень дружны, мы никого никак не делим и взгляды свои не высказываем. А вот сегодня и в некоторые времена хулиганят, обзывают нецензурными словами, ведут себя неприлично, толкаются, кричат.
обзывают наших граждан. Вот как вы видели, дама сейчас, это их обычная манера общения. Толкаются, могут из-под тяжка щепнуть. Из-под из-под ряда милиции ударили меня вот сюда насосом, вот сюда в косточку. Насосом от велосипеда. Наезжали велосипедом. Я считаю, что мы свои все недовольства должны выяснять в суде. И опять-таки перейду к тому, почему я сегодня пришла. Пришла сегодня потому... Подождите, это было на улице сегодня? Это не сегодня, это было, я понимаю. Это на улице... Вы говорите, сегодня насосом поступали. Не сегодня, не сегодня. Предыдущий раз. А еще раньше наехали велосипедом прямо вот на глазах у милиции. А сегодня применяли? Сегодня нет. Сегодня не было. Кроме оскорблений, нецензурной брани не было такого. Хочу сказать, почему я пришла, если вас интересует. Хочу сказать, я пришла к апелляционному суду для того, чтобы поддержать наш суд, правосудие наше. Потому что наша Юлия Владимировна Тимошенко, как никто другой в стране, находится в таких условиях жизни и пребывания своего ограничения свободы, или как я не юрист, могу сказать, но в лучших условиях не находится никто, ни один заключенный в нашей стране. И даже некоторые люди, не заключенные, не имеют таких жизненных условий. Если Юлия Владимировна больна, значит, должна лечиться, лечиться на них. Призывают иностранную медицину. Опять-таки, они ее не вылечили. Опозорила тем самым и нашу медицину, и юристов, которые находятся в суде. Пренебрежительное отношение к органам судебной власти, будем говорить, если это правильно. Неуважение. Не толерантное, а даже вот пренебрежительное отношение. А в больнице, если человек болен, он должен лечиться, он же в медицинском учреждении. А там постоянный шум, постоянное нарушение не то что медицинской дисциплины, распорядка дня, а нормальной человеческой дисциплины. 149 граждан, лечащихся в больнице железнодорожной, написали заявление с просьбой им дать им возможность лечиться. Ведь там же люди не на курорте, там люди лечатся, пытаясь сохранить или поправить свое здоровье. Там лозунги, там постоянное высказывание. Неуважительное, если будем говорить, нетолерантное отношение и к власти, и к нашей харьковской власти, и к нашим гражданам, и гражданам нашего города и Украины. И я считаю, что это недопустимо. Мы все в Украине выбирали свою конституцию через народных депутатов, которые мы уже выбрали. Мы должны подчиняться все, и высокие мужи, и малые мужи, от министра до дворника и любой гражданин. Это Кирилл Хапко. Единому закону, и каждый должен знать, что закон един для всех. Вор должен сидеть в тюрьме, а не лечиться в больнице. И не там где-то в больнице, за рубежом или где-то, а в больнице, где узники учат. И не лежать просто на кровати, а что-то делать. Если нарушил человек закон, у него есть трудовая еще дисциплина. И Юлия Владимировна ничем не лучше всех других граждан нашей страны. И должна отрабатывать трудовую повинность так, как это установлено законом и конституцией нашей страны. Вор должен сидеть в тюрьме. Спасибо. Хочу же не сидеть. И я сяду на днях, а может раньше. Спасибо большое. А там митинг продолжается. Ну, собственно говоря, это уже не митинг, уже расходятся, но еще есть. По большому счету, это предвыборный митинг с выступлением кандидатов по мажоритарных округам. Их так и представляли. Кандидатов-мажоритарщиков. Стоп-камера под фонтанчик.